Богдан! Чё? Отойди, стой! Иди сюда! Так, это ты? Нет, надо тебя найти как-то. Короче, видишь, у меня телефон в руках. Ну, какой телефон? Это бинокль, блядь, какой-то. Это вот это телефон. Смотри, пошли за мной. Пошли, пошли, поднимайся, там прикол. Какой, блядь, телефон? А ну дай тебе в нос пальцем тыкнут, а? Дай тебе в нос. What the fuck? Аллах Акбар. Я тебе тыкнул пальцем в нос, и ты умер. Точнее, я умер. О, Богдан, сюда иди. Смотри, что я сделал тогда, смотри. Ах ты сволот. Второй раз ты со мной не сделаешь. Садись, посиди. Иди, посиди. Давай кого-нибудь позовем. Ребята, нам нужна помощь. Сюда, иди быстренько, ребят. Холл от респы. Где? От респы холл. У вас тоже баг здесь? Где? На кресле какая-то херня написана. Может баг, а может не баг. Ну подойди, глянь. What the fuck? Да заебись, ребята! Позвонил. Не, сюда а нельзя, после 18 вход. Ля-ля, куда щимися? Куда щимися? Куда ты щимися? Паспорт. Стой, паспорт покажи! Огонь на поражение! Ты понял, как паспорт не показывает, скот? Мой папа был начальником цеха по производству мочи. А я знаю комбинации за куанчи. Чего? Это наш зомби такой какой-то, калич такой. Это вот так реально вообще. Я шагаю за тобой. Страшная игра. Ну, глянь, тут семья. Два мамы и две мамы. Лесбиянки, что ли? Так, я не говорю, в чат кому-то отвечаешь. Мне все равно. Ребят, привет. Привет. О, это снова ты? Да. Как дела? Все нормально, я вчера родил котенка. Как назвал? Антуанет. А зачем? Он был красивый, я думаю, когда он вырастет, я его съем. Нахуй пошел. А кто со мной говорит сейчас? Владимир Владимирович. О, слушаю внимательно. Так, как дела, Вова? Так, все под контролем, все чисто, прием. В смысле, все чисто? Блять, Вова, меня убили, где все чисто? Что значит в смысле? Вова, я занял позицию, что дальше? Держи ее, держи. Да как же ее держать, это ж позиция, это абстрактная штука. Вова, тут огонь. Где? Вот тут-то. Где ты? Это шо, продолжать надо? Я бегу за тобою, разрываюсь мечтаю. Какой-то у тебя плохой вкус музыкальный. Да я вообще на диете не ем. Мы вернулись с того света, чтобы дать тебе кусочек минигана. Нет. Фу, Вовка, ну не надо, ты же президент, у тебя бросила жена. Извиняйся. Но... Ой, я упал в парня. Срываюсь иногда. Меня зовут Алёша. Сколько тебе лет? Мне 7. В попе девственник? Нет. Я на торренте искал, а там такого не было. Что, простите? Да, дырявых поп на торренте нет. Даже отзывов никто не пишет. Меня так папу в армию забрали. У лайкера голос прям вот на настоящего лайкера похож. Вот, я не люблю лайкера. Да не, это не он совсем. 16 на 9. 16 на 9, у меня монитор 4 на 3. Да не он, это не он. Нет, это фиолетовый, какой не он? Лайкер мой друган, я его знаю, это не ты. Я просто люблю гильзы собирать и в зубы вставлять. Так у тебя золотые, да? У меня гильзовые. А как фонарик включить или ночное видение? Б, буква Б, английский. Ой, я понял, я учился в английских учебниках. Убил, ребят, убил. Олег, не надо своих убивать, Олег. В смысле, я своего убил? Ну да. А вот чужой идет. Блять, это я. А сейчас я точно не своего убил. Это он, да, вот этого гаси.
Это предатель. Здравствуйте. Здравствуйте. У тебя такой задок. Спасибо. Оно встряло. Шо? 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 Ничего. Ты меня любишь? Добрый вечер. А если бы ты пришел домой, а там я сижу без одежды, что бы ты сделал? Я бы пукнул. Тогда бы ты впитал в два раза больше. Эй, голоса нет сегодня. Я вчера в обмен валют заходил, там написано голос по 25, все нормально. Я мячик нашел. Не пробивайся пулеметом. Привет, как у тебя дела? Не уходи. Я сказал ляж, я тебя прошу. Здорово. Как у тебя дела? Травлю потихоньку. А ты чё в уголок забился? Думал, я не слышу запашок-то? Жарковато становится тут. Уходим, да, ты тут навонякал, пошли отсюда. У меня что-то десятка упала. Так это стреляют, ё-моё, это искра просто. Ёбнулся. Привет, гусеничка. У меня есть план, тактика. Рюбряк-ряк. Кососис. Кососин корит. Это когда ассасин промахнулся со здания и разбился головой об стенку. А ты любишь слово глянец? Конечно. А ну скажи глянец. Глянет. Быстрее. Глянет. Затяни буковку С в конце. Глянет. А ты попу росичкой мажешь? Нет, конечно. А чё, и так большая? Моя мама прыгнула под колеса собаки. Лол. Ой, ребята, написано убито товарищи, один из трех. Мне надо еще убить. Кажется, я умер. Пули, Олег, пули. Бери АК. Это Витя АК прорывает маму. Это АК, АК-47. Меня преследует черная макака. Я боженька доказал! Минуточку внимания, перед тем, как вы вообще забудете, что это видео существовало, я хочу пропиарить свой магазин, где вы можете купить рандомные ключи, рандом в переводе случайный, случайный ключик на любую игру, но вообще по низким ценам. Все очень низко, ссылка есть в описании, если какие-то вопросы есть, там есть ссылка на человека, кто может вам помочь. Вот, так что помогайте каналу. Наслаждайтесь. Пока.